25 лет в телеэфире. Сегодня четверть века со дня образования отмечают наши коллеги-журналисты ВНТВ. Телекомпания активно работает и в Беларуси, и за рубежом. Изучая и тестируя боевую технику, военные журналисты, например, первыми побывали на Северном полюсе вместе с нашими десантниками. Репортерам доверяют тестовые съемки новейших видов вооружения, таких как Полонез и Кайман. Ну а сейчас внимание сфокусировано на проектах, связанных с 75-летием освобождения Беларуси и подготовкой к армейским играм.